приятного дня! С вами Марина. Сегодня я готовлю суп с фрикадельками. Для приготовления блюда я буду использовать говяжий фарш, грибы, картофель, лук, морковь, рис и специи, лавровый лист, черный и душистый молотый перец, соль, растительное масло и зелень для подачи готового блюда. Приступаю к подготовке продуктов. Очищенные грибы нарезаю квадратиком. Очищенную и помытую морковь нарезаю кружочками. Затем кружочки буду нарезать соломкой. Очищенную и помытую луковицу нарезаю мелким кубиком. Очищенный и помытый картофель тоже нарезаю средним кубиком. У помытой зелени отрезаю стебельки и мелко ее рублю. Фарш присаливаю, приправляю с перцем и перемешиваю. В кастрюлю влила растительное масло. Подогрела его и в горячее масло ввожу морковь. Слегка ее обжариваю в растительном масле. Морковь уже слегка поджарилась, добавляю к ней лук, грибы и хорошо промытый рис. Перемешиваю и даю им обжариться все вместе. К обжаренной морковке, луку, грибам и рису добавляю картофель. Заливаю все горячей водой. Хорошенько все перемешиваю, накрываю крышкой и даю картофелю немного повариться. Тем временем, пока варится картофель, подготовим фрикадельки. Чайной ложечкой я беру порцию фарша, формирую из нее шарик и выкладываю на блюдо. Картошка закипела, поварилась. Собираю образовавшуюся пену. И ввожу фрикадельки. При необходимости доливаю еще горячей воды и готовлю фрикадельки до готовности. В самом конце приготовления ввожу специи, лавровый лист, соль и перец черный и душистый. Все хорошенько перемешиваю и немного добавляю зелени. Накрываю кастрюлю крышкой, выключаю газ и даю постоять 5-10 минут. Суп с фрикадельками готов. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, смотрите мои другие видео, приготовьте этот вкусный суп. И я рада буду видеть вас снова у себя в гостях. До новых встреч!